Привет, мой маленький дорогой друг. Наверное, тебя заебала бесконечная реклама на Ютубе и всякие спонсорские вставки. Как этого избежать? Идешь на сайт, качаешь OneSet Manager, переходишь в него, устанавливаешь MicroG, логинишься с паролем и логином от Гугла, ставишь OneSet, ну, музыку на твое усмотрение, как хочешь. Идешь на YouTube, лезешь в настройки. Ставишь эту галочку, пропадает реклама от спонсоров. Также пороешься в других настройках. Выберешь то, что тебе удобно. Что мы получаем? Мы получаем абсолютное отсутствие рекламы, а также воспроизведение в фоне без ограничений.